Всем добрый вечер. Сегодня мы собрались с вами, как обычно, чтобы подвести итоги, как мы поработали в четвертом каталоге. Так, начнем. Ну и, конечно, хочу я сразу начать с просто шикарной новости. У нас в проекте выросло два директора. Правда, девчонки только открыли звание. Ну, не сразу Москва строилась, как говорится, но они у нас очень просто шикарные спикеры. Они просто мастера своего дела. Это Яна Тивкина из России и Рыбчинская Юлия. Где-то примерно, если не ошибаюсь, чуть больше года вот это у них все получилось. И это еще раз доказывает, что главное знать, чего ты хочешь от жизни, знать, для чего тебе это, и приложить все усилия, чтобы быстро вырасти. И я думаю, с такой скоростью, как растут девочки, то до того, как закрыть директора, они уже будут и в другом звании. Поэтому, девчонки, молодцы. А сейчас, что касается именно нашей структуры. Итак, четвертый каталог показал тоже хорошие результаты. Несмотря на то, что в третьем каталоге у нас новых консультантов было больше, но четвертый каталог тоже очень круто сработал. У нас 109 новичков, из них 42 новичка сделала заказ. Это 40%, даже чуть больше. Активность группы тоже очень хорошая. Вы знаете, я всегда называю активность группы. В принципе, и 30% – это хорошая активность, но 45% – это просто отличная активность, это почти половина. Ну и активных консультантов, то есть те, кто сделали заказы, всего у нас 340 человек. Итак, сейчас я просто перечислила всех своих ключиков, всех своих лидеров. Почему? Потому что новых званий здесь пока нет, поэтому кого следует, я выделила, это все у нас будет дальше. Потапчук Галина у нас на 12%, молодец, стартанула и растет хорошо, и я так думаю, до 15% у нас осталось совсем чуть-чуть. У Оли Синькевич и Светы Поба тоже буквально чуть-чуть не хватило до 12%. Идем, девчонки, хорошо. Продолжаем в том же духе. У Иры Аниська 9% осталось. Люба Лыбко, Елена Рассолько 6%. Значит, открытие этого каталога, это Вакульчик Екатерина. Она у нас резко стартанула на 6%. Молодец, Екатерина. Также Маргелова Светлана. Структура это у нас Галины Потапчук 3%. Харитонова Елена 3%. Это она лично сделала 100 баллов. Ну и Довольцова Нина, Побот Людмила и Каркович Людмила, 3% со своей структурой. Ну и, как я уже сказала, Харитонова Елена 3%, она молодец. Девчонки, не поверите, я ее лично не знаю, иногда общаюсь по Вайберу, но ее привела в команду... Очень давно даже не помню, кто, или Ира, или Света, которых уже давно удалили. Это женщина с Витебской области, постоянно покупает, ей нравится продукция, поэтому о чем я говорю, нужно держаться за людей. Нужно, что люди и сами любят продукцию, но нужно, чтобы был какой-то стимул. Ну и Маргелова Светлана, как я уже сказала, 3%.
Молодец, по-моему, она еще не выходила на 3%. Ну и, конечно, как я всегда говорю, чтобы забирать скидку за свою личную группу, нужно всегда делать 50 личных баллов. Вакульчик Екатерина – это структура Ольги Синькевич. Она у нас всегда не добирала до 50 баллов в этом каталоге. Постаралась, молодец, и заработала честно свою скидочку. И вы должны помнить, что это все-таки скидка, а по-другому какой-то уже заработок из интернета. И заметьте, это несложно. Главное – выполнять условия. Ну и лидеры продаж. У нас немножко у меня съехал слайд. Синькевич Ольга, 190 баллов. Это личные баллы, девочки. Лыбко Любовь, 178. Побот Светлана, 112. Харитонова Елена, 100. И там была еще Потапчук Галина, тоже 100 баллов. Вот это VIP-консультанты, которые делают 100 личных баллов, и им компания в каждом каталоге точно, насколько я наблюдаю, дарит от себя новичков. Поэтому помните, девчонки, если у вас 90 личных баллов, 92 и так далее, обязательно добирайте до 100 баллов. Это, во-первых, и преимущество продукции со списка 70%, и пробники, и каталоги для работы. Ну и главное, эта компания к вам группу регистрирует людей. И теряют объемную скидку, потому что нет 50 баллов. Список был больше, немножко съехала у меня презентация, но девчонки, посмотрите, сколько есть людей, я перечислять не буду, но я думаю, каждый кого-то увидел знакомого из со своей структуры. Здесь я написала, у кого была бы какая скидка, кто был бы на какой ступени лестницы успеха. И посмотрите, есть 5 человек, которые могут уже быть консультантами старшими, иметь 6%. И если бы они имели своих 50 личных баллов, у них было бы уже даже 300 баллов у некоторых. И не забываем, что 6% – это скидка больше 20 рублей. Ну, я не знаю, но я думаю, это очень даже хорошие деньги, не напрягаясь, сделать заказ, допустим, на 100 рублей, 20 списалось, чем плохо. Поэтому, девчонки, обязательно помните, что если у вас есть группа, ваша задача делать по 50 баллов. И в четвертом каталоге, лично от нас, в проекте «Партнер» стартовала акция. Она называлась «Приведи 5 знакомых». Зарегистрируй свою структуру, помоги им выполнить первый шаг, то есть получить денежные подарки, ну и, конечно, оплатить в четвертом каталоге, и от наставника ты получишь подарок, очень шикарный весенний аромат Рената Секрет. Я специально записала, участвовала у нас в этой акции 2, 4, 6, 9 человек, и победителем у нас оказалась Климович Инна со структуры Потапчук Галины. Она, во-первых, девчонки, новичок, которая зарегистрировалась, по-моему, в третьем каталоге, если я не ошибаюсь, и вот за четвертый она привела лично 5 новичков, они сделали на подарок, и Галина, так как она наставник Инны, не знаю, вручила или вручит, но я думаю, где-то скоро подарит, скоро будет у нас фотоотчет, вот этот вот подарочек. И что самое интересное, вот смотрите, 5 новичков, и вот где на слайд ехал, было видно, что
у Инны уже больше 100 баллов. Неужели это не круто? Это очень круто, поэтому еще раз напоминаю, сейчас просто шикарные акции проходят в компании, дарят денежные подарки. За столько лет компании я уже стабильно знаю, что на денежные подарки намного лучше срабатывает акция. Вот поэтому компания это все и решила возобновить, как говорится, официально. И заметьте условия, человек покупает на 60 рублей, 30 компания высчитывает, и это, как я всегда говорю, в пределах 20 баллов, а может быть даже и больше. 5 новичков уже 100 баллов, 15 новичков, считайте сами. Поэтому имейте в виду, если вам где-то не хватает каких-то личных баллов, есть выход. И вчера были подведены итоги розыгрыша от нашего проекта. И мне очень нравится, что в проекте очень много людей участвовало. Только, по-моему, 215 номеров. Это очень много, но я думаю, просто многие еще не записываются. И я всегда очень радуюсь, когда победитель есть в нашей структуре. И на этот раз это тоже новичок из структуры Галины Потапчук, Ярмац Татьяна. Она выиграла набор полотенец. Цветом мы определились. На следующей неделе она этот подарок получит. Да-да-да, Галины структура рулит нас в этом каталоге. И сейчас информация, которую вы видите на слайде, ее объявили сегодня на конференции нашей. Я думаю, все вы не были, поэтому еще раз обратите внимание и проработайте структуру, что баллы больше у нас временно замораживаются, не копятся, но они могут сгорать. Условие точно такое же. Если человек не делает заказы, баллы сгорают. И они так будут сгорать постепенно, поэтому, если вы не хотите, чтобы баллы сгорали, нужно делать заказ. Обязательно. Но лучше всего, на самом деле, я всем говорю, пока еще есть что брать, забирайте, потому что Faberlic Club обновили. Но я лично знаю сама двух консультантов, у которых почти 1000 баллов. И представьте, как они могут развернуться, поэтому продукцию разбирают. Так что не копите их, а делайте минимальный заказ. Вот завтра баллы Faberlic Club включат и обязательно забирайте. И напоминаю, обычно у нас такая акция, как 50%, включалась на второй, на третий день. А вчера, молодцы, постаралась наша компания, и уже 50% работала акция вчера. Напоминаю, что эту акцию мы берем в промо-акция. Если лично вам ничего не нужно, вы можете добавить, что вам нужно, там, допустим, мыло и так далее, чтобы попасть в промо-акции. Открываем акции каталога и смотрим, сколько штук вам можно взять с 50% скидкой. Если вам лично ничего не нужно, вы можете взять то, что заказали у вас клиенты. И еще раз напоминаю, что с 50% скидкой выгодно брать то, что подороже, потому что если что-то сейчас на акции, разница там 10-15 копеек, в принципе, оно роли не сыграет, а акцию вы использовали. Ну и, конечно, лучше всего взять то, на что вы смотрели давным-давно. Предлагают всю продукцию по каталогу, кроме как обычно. Аксессуары, колготы, белье, одежда, ну и витамины тоже в этой акции не дают. Раньше, я помню, давали. И
еще раз повторюсь, ту новость, которая нас начала действовать в прошлом каталоге. Если вы хотите получить сразу максимальный мегабонус 26%, даже если вы новичок, вам нужно по каталогу купить на 174 рубля. Это может быть не за раз, это может быть 3, 4, 5 заказов. В эту сумму входит и то, чего нет в каталоге, то есть вы можете просто выбрать на сайте, что вам интересно. Главное, чтобы это был не автозаказ. И в следующем каталоге у вас уже будет мегабонус 26%. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой акцией, которая действует у нас в пятом каталоге. И, девчонки, скажу вам по секрету, как говорится, всему свету, что со следующих каталогов акции для новичка будут немножко усложнять. Поэтому воспользуйтесь обязательно этой акцией. Как именно усложнять будут, я еще не могу сказать. Ну, как бы не совсем еще знаю. Но на этот раз подарок для новичка – это 30 рублей. Еще раз напоминаю, у нас очень много картинок, очень много различных акций на вот первый шаг. Поэтому обращайтесь ко мне в личку, в Viber, совсем поделюсь. И обрабатывайте своих друзей, подруг. Ну вот вы представьте, где вам подарят сразу 30 рублей. В принципе, ни за что. Вы нигде не числитесь, вас не потребовали паспортных данных, вам просто оформили временный личный кабинет, в котором сразу 30 рублей. На 60 заказали, 30 получили. Ну а дальше уже ваше дело, шагать по стартовой или не шагать. Но не забываем, что кэшбэк, мегабонус возвращается от всей стоимости, то есть от 60 рублей. И еще обратите внимание, если вы зарегистрировали новичка, ему начислилось 30 рублей, но он их не потратил, ну то есть не сделал заказ до 7 апреля, эти 30 рублей у него будут находиться до 28 апреля, то есть еще 6 каталог. Потом это все сумма сгорит, поэтому уведомляйте всех своих друзей. Итак, подводим итоги. У нас в команде уже 749 партнеров. Растем мы очень и очень круто. Если кто-то помнит, в прошлом каталоге было 680 где-то примерно, и плюс еще не забываем, что в начале четвертого каталога было очень большое удаление. Поэтому мы поработали очень круто, и я думаю, у нас скоро будет партнеров переваливать за 1000. Товарооборот по команде больше 2300. И, как я уже вам сказала, спешите воспользоваться вот этой вот возможностью. Зарегистрировать новичка и сказать, что тебе сразу дарят 30 рублей. Это, конечно, твое дело, но лучше, конечно, потратить. Вы не поверите, я подсказала некоторым девчонкам, и вот сегодня пришли заказики, все, очень много новичков, которым подарили 30 рублей, заказывали овощерезку нашу шикарную, которой, ну, я не знаю, уже раз пять я лично читала отзывы, и многофункциональную терку, которая содержит 5 насадок. Если их 2 заказать, это как раз 30 рублей. Да, так как это спецупаковка, они дают чуть меньше баллов. Но представьте, вы купили таких вот 2 классных помощницы на кухне, а заплатили всего лишь 30 рублей. Чем плохо? Поэтому какими-то макарами, какими-то различными методами нужно привлекать в свою команду людей. Ну, на этом у меня пока все. Следите за новостями.
пока, кстати, не забыла, розыгрыш в пятом каталоге у нас продолжается тот же, то есть подарок, набор полотенец, сковорода и овощи резко. Поэтому смотрите внимательно на свои личные баллы. Если у вас 30, 32, 33, обязательно добирайте до 35. Или то же самое, если вы делаете 100 баллов, оплатите, чтобы было 105, то есть чтобы вам было присвоено 3 номерка, а не получается 70, а остальное остается. Не забывайте, что розыгрыш от 35 баллов. Ну, на этом у меня уже точно все. Всем до скорых встреч. Отличной плодотворной работы в пятом каталоге.